В Ульяновской области будет создана региональная транспортная инспекция. С такой инициативой накануне выступил глава губернии. Задача нового органа регионального надзора в сфере пассажирского транспорта – повышение качества обслуживания жителей региона. Для этого планируется переформатировать работу департамента регионального госнадзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники аттракционов, которые действуют при Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской области. Кроме того, ведомство будет обладать полномочиями по контролю в области организации дорожного движения, надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог, контролю перевозок легковым такси, проверка технического состояния автобусов и соблюдение расписания движения. Также специалисты департамента гостехнадзора займутся контролем за нелегальной перевозкой пассажиров и проверкой наличия проездных билетов. В ближайшее время будет отработана система взаимодействия нового органа с имеющимися и пройдут все необходимые организационные мероприятия.